представлюсь, меня зовут Антон Ломаев, я художник, и последние годы я прежде всего работаю как художник книги, и мы у меня в мастерской в Петербурге, вот в самом центре Петербурга, это буквально в 5 минутах от Петропавловской крепости, называется теперь улица Куйбышева, но вообще это улица Большая Дворянская, одна из таких главных улиц Петербурга. Вот. Я немножко покажу свою мастерскую. Да. Так получилось, что она довольно крупная, большая, даже что нетипично для графики, она, ну, как бы, так редко бывает, но вышло таким образом, что когда-то давно я получил ее вместе со своей коллегой, тоже девушкой, арендой, графиком, но она через какое-то время съехала, и я остался здесь один. Что, в общем, конечно, к лучшему, еще и потому, что потихоньку это стало не просто мастерская, а еще и место, где я немножко делаю сами книги вместе со своей супругой Лоретой. К сожалению, вот сейчас, может быть, не самый удачный момент. У меня 2 месяца назад случился у соседей внизу пожар, который затронул мою мастерскую, и поэтому многие работы и пострадали, и мне пришлось кое-что снять, но кое-что висит, скажем, в этой комнате. А вообще, еще недавно вот этот коридор белый, он был, как правило, заполнен работами с какой-то, может, последней выставки. Сейчас здесь просто пусто было, все просто покраски. Хотя вот, кстати, вот работа стояла. Сейчас проходит выставка в магазине «Чудесство», там представлена работа иллюстрации к острову Сокровищ. А эти иллюстрации, кто же, к одной из последних книг, это Шерлок Холмс. Они у меня были на персональной выставке в марте, и вот часть экспозиции стоит здесь. Покажу в комнату, где я рисую. Первое. Вот, кстати говоря, интересная дверь. Тут я стал когда-то давно, 11 лет назад, записывать книжки, которые я рисовал именно в этой комнате. Не все мои книжки, но вот именно в этой комнате они начались, вот «Котом в сапогах». И сейчас вот здесь написано «Последние сказки Андерсена», хотя это, конечно, не последняя из моих книжек, просто я немножко обленился, и поэтому последнее время перестал записывать. Когда со своей коллегой был в этой мастерской, я рисовал только здесь красками. И по-прежнему я люблю эту комнату, но так получилось, что здесь я в основном рисую красками. Но у меня есть еще большая комната, где я занимаюсь, например, эскизами или какими-то рисунками. Вот я там делаю такую работу. Можем сходить туда? Да, обязательно. Вот сейчас белая ночь. Мы снимаем, уже довольно поздно, уже 11 час, но тем не менее видно, что совсем светло. Абсолютно светло, да. Да, вот за этим домом Петропавловская крепость. Да. Но ее не видно, к сожалению. Но если залезть на крышу, то ее можно легко рассмотреть. А это эскизы реальные, да? Да, это эскизы к моей вот текущей книжке «К снежной королеве». Но это не сами рисунки, это я перед тем, как делать оригинал, увеличиваю на ксероксе рисунки. Они почти как рисунки, но они немножко больше. Да. Здесь хранятся работы в этой комнате, вот можно посмотреть. Но здесь у меня сейчас после пожара, конечно, многое пострадало, и поэтому здесь все имеет, может быть, часто не совсем тот вид, который бывает в этой комнате обычно. Но, пожалуй, кое-что чище, чем обычно. Барабан? После ремонта, да. Обычно здесь куда хуже. Так получилось, что сегодня один из дней книжной ярмарки, и ко мне вечером пришли друзья. Вот представьте всех, пожалуйста. Давайте посмотрим, кто к нам пришел. Да, тем более, там есть замечательные люди. Да, это абсолютно замечательно. Друзья, к нам пришел Дима Гласин, известный блогер. Он осталось. Надеюсь, заполнит. И снова здравствуйте. Ну что же, я надо не говоря мне, я никак. Какая неожиданность. Вот Дима не помнящий. Вот Марина, супруга дяди Коли Воронцова. А если повернуть камеру налево... А где сам дядя Коля? Ну, мой блин, самого дядя Коля на фоне Нотр-Дам-де-Пари. На фоне... Так. Так. Ну, пожалуй, компания приличная. Вот, скажем, хозяйка издательства «Лоретта». И по совместительству моя супруга. Очень приятно. Вот Маша Зимина, хозяйка «Чудесства». Вот Витя, он тоже хозяин «Чудесства», как ни странно. То есть у «Чудесства» 2 хозяина. Витя и Маша. Вот Игорь, которого никто не звал сюда. Но который, тем не менее, пришел. Вот Оксана Батурина.
наша петербурженка, хотя тебя носят по всему миру так странно. Ты жила в Киеве недавно. Ну, слушайте, я уже 20 лет живу в Питере, считается, что местная. Нет, конечно, мы тебя за местную держим. А вот Оля Попугаева, которая тоже, конечно же, все знают, потому что она делает прекрасные иллюстрации, вместо Димы не помню. Ну что ж, я думаю, что вина, может быть, не стоит того, чтобы их представить по отдельности. Ну, можно сказать, что вот вина. Испанское вино, тем самым оленик. Ну, это если коротко рассказать про мастерскую, могу даже включить небольшой свет. Вот, чтобы вы поверили, что это мастерская, я покажу. Здесь стоят карандаши. А то в полной темноте как-то это странно. Да, все честно. Вот висят эскизы. Притом это даже не декорация, а самая настоящая. Отлично. Я ему имею. Пусть на большая семья. А вот еще один мой рабочий стол. Сейчас он снимет, конечно, в таком униженном немножко положении, но когда все вот эти ребята разойдутся, он вернется на свое центральное место и будет стоять на нужном месте. Но это если совсем коротко, без деталей. Вот моя мастерская. Можно я задам один и тот же вопрос всем художникам? Это очень редко. Так, кто прячется под столом? Позовите воспитательницу. Так, один очень простой вопрос. Когда вы рисуете к детским книгам? Что вы пьете? Ну почему сразу пьете? Ну что, ну все приличные люди, да, да, да. Нет. Что вы принимаете? Да вот все здесь на столе есть все уже. Что тут описывать-то? Ответ-то другой. А, когда вы иллюстрируете детские книги, когда вы рисуете, да, а что вы хотите, чтобы ребенок почувствовал, когда увидит эти картинки? Красноречиво, но не защит, ответ не засчитан, да. Вот. А, но на самом деле, мне кажется, что нельзя рисовать для детей, если ты не чувствуешь в себе своего собственного ребенка. И, по-моему, не знаю, что вы скажете, но я обращаюсь прежде всего к своему ребенку, ну, то есть почти к себе. Ну, то есть, если что-то остается от детства, оно все-таки остается. Ты обращаешься к себе. Ну, потом еще следом идут дети, ну, скажем, у нас у всех есть дети. И поэтому мы как отцы, наверное, да? Согласитесь? Не знаю, я рисую для себя исключительно. Если кому-то еще нравится, то хорошо. Отлично. Тоже очень хороший ответ, правильный абсолютно. Я, пожалуй, нет. Я, пожалуй, вот у меня есть ощущение, что во мне ребенок живет. И у меня тоже такой, кстати, есть. Живет. Я уже живет. Он мне что-то говорит. Он мне говорит, что нет. Маленький чужой такой. Иногда он говорит, что надо выкинуть картинку, и все. Я его кидаю. Отлично. Могу добавить, что дядя Коля, пожалуйста, ребенок, да. Ребенок, он просит, чтобы я его накормил. Дядя Коля, рисуй картинки, делай мне гонорар. Я хочу покушать, маленький ребенок во мне говорит, и я рисую. Хочу гонорар. И большой тоже говоришь, что я хочу покушать. Ну, у меня ответки остались. Сплошные лейтенанты Рипли собрались, понимаешь? У нас во всем живем и делаем. Но все-таки выяснилось, что мы меньше всего думаем о чужих детях. Да, да, да. В крайнем случае о своих. Да, если чужие дети, он слушает, то не растет. Чужие дети все разные. Нет, о своем 43-летнем ребенке глупо. Странно думать, когда рисуют книжку. Согласен, ребенку, да. 43 года, да. Да и мой ребенок, да. Не, на самом деле, конечно, безусловно, вот вы снимаете сейчас эту картинку, это видео, понимаете, что с вами общаются дети, хотя... Пьяные несколько. Прочувствую. Во-первых, все трезвы, во-вторых... Потому что, вы знаете, я знаю много очень взрослых, моложе меня людей, старше людей, но они такие старые, такие серьезные все. Солидные. Солидные, да. И вот здесь встретить нас, людей не молодых уже, но по сути не молодых, но ведущие себя как дети и чувствующие себя молодыми и детьми. Наверное, это неспроста. Наверное, все-таки профессия наложила какой-то след.
Взрослые художники. Придурковатые, да, взрослые. Душевые не памперсы. Мне кажется, что все виноваты книжки. А что мужики? Мужики-то все говорят. А что это женщины-то у нас молчат? Пожалуйста, скажите что-нибудь, пожалуйста. У меня больше не будет такой возможности. Тьмоки-тьмоки. Это тоже можно. Я же чертов блогер. Это запросто можно. Ничего страшного. Будет опубликовано? Это уже опубликовано. Собственно, уже, да. Давай. Александр, это уже опубликовано. Слушай, мы сидим... Он шутит, ничего страшного. Слушай, мы по 20-30 лет сидим в мастерской и занимаемся чудесным совершенно делом, рисованием для детей. Опять про мастерскую. Стоп, нет, не в этом. Абсолютно не про мастерскую. Но мы не можем быть взрослыми людьми, но это же понятно. Это понятно, да. Мне иногда кажется, что я гораздо младше своих... Брату моему 27, а сестре 31. И мне кажется, что я младше. Хотя я на 15 и на 20 лет старше. Это заметно, и кажется, да. Мне тоже совсем немного лет. Но так и должно быть по большому счету. Вот. Ты хочешь видеть меня? Слушай, ну Трауку, ты это уже до 90 лет? Да. И вот совершенно... Я думаю, что он вообще чувствует себя вот абсолютно... Он прямо говорит, что не бывает взрослых. Вообще просто говорит, что взрослых не бывает. Говорят, что... Увы, бывает. Главное, с ними не встречаться. Да, но он имел в виду художника. Смотря когда история. Ну, на... да, художников не бывает. Если уж к врачу, уж он был взрослым. А ему тоже интересно. Не обязательно, потому что в детском саду нас лечили, и все проходило. Вот. Да. А, кстати, самый большой ребенок, у Скайзайца, за вашего внимания, вот он сидит. Да. Да. Дима, скажите что-нибудь, пожалуйста. А словами? Ну, всем привет. Пусть вам будет хорошо. Давайте я стартую. Ну, танцевать я не буду. Тебя я видел. Тебя я видел. Где мы с Челушкой? Знаю, да. Да. Ты, я Челушкой, ничего больше. Так и не смотрю. Мне кажется, этот кадр нужно закончить эффект. Давайте чокнемся. Давайте, да. В конце концов, уже за книжную иллюстрацию, да. Давайте за книжку, за ярмарку, за... За все, что здесь связано, за встречу, чтобы в бриф не стоит. Конечно. Хочу потолстеть. Да, не замечай. Рады. Ура.